По решению арбитражного суда Тверской области начались работы по демонтажу незаконно установленного ярмарочного павильона на улице Хрустальной напротив дома номер 10. Отметим, что эта ярмарка была по сути самостроем, не отвечающим требованиям безопасности. Предпринимателю было предложено освободить земельный участок от конструкции оборудования добровольно. Однако владелец павильона требования проигнорировал. В связи с этим администрация города начала снос торгового объекта в принудительном порядке. В октябре текущего года на месте демонтированного планируется возвести новый современный павильон. В настоящее время предпринимателям предоставлены временные торговые места. Согласно вступившему в силу решения суда, павильон торговый сносится. На этом месте у нас обязательно будет сохранена муниципальная ярмарка с предоставлением мест для предпринимателей, для наших. Ориентировочно порядка 30 торговых мест мы сделаем в современном формате, с современными фасадными решениями, с конструкцией, которая соответствует всем параметрам безопасности и требованиям нормативных документов.